Кому нужна рассада? Рассада клубники Клари, копанка, то есть с корнями такими большими, либо которая с кассеты. Внизу под видео будет ссылка. Номер телефона. Звоните, заказывайте. Сейчас есть копанка, и можно еще где-то до конца сентября можно заказать в кассете, в 96 или 126 кассете рассаду. 96 больше, толще шейка, знаешь, больше урожай, как крупнее ягода. Рассада клубники Клари. Это рассада свежекопанная. Сегодня у нас 23 августа. Вот, только появилась эта рассада. Вот здесь был ряд, с которого убирали урожай. А это вот сюда. Здесь появились усы. Здесь их копают. Они укоренились. Корень развит. Толстая шейка, это залог хороших больших соцветий. На корне самое главное, чтобы не было никаких образований насчет нематоды, то есть они, ну, в выпуклости, то есть здесь ничего нету, они ровные, без каких-либо образований наростов. Корень белый, толстый, лист, вот блеск листа, главный показатель жизни растения — это блеск листа. Так ее готовят и дальше упаковывают по 25-26 штучек в пучок и в пакет. Сколько там штук? 26. А, да, на походе. 26. 25-26, да? Да. Класс, да? Красиво. Затем выкопанную рассаду, это пучки, которые под 26 штучек, то есть вообще 25, и один там, чтобы был про запас, походный это называется. Улаживают в ящик и накрывают пленкой, чтобы не теряло растение влагу. В таком ящике сколько штук? 400 растений в таком ящике есть. То есть этот ящик упаковывается. Герметично закрывается, растение доезжает живое, то есть не теряет влагу. Корень остается светлый, готовый к присадке на постоянное место. Такой ящик, 400 штук. Готовится это сейчас сразу. То есть упаковывается в ящик сразу же здесь. И вот он рвется. То есть с междурядья в ящик буквально 2-3 минуты оно попадает. Живое крепкое растение, готово к присадке. И следующий вариант получения рассады — это в кассете. Сейчас пойдем туда, посмотрим, как она получается. То там растение, которое готово к долгим переездкам, в кассете, то есть оно политое, оно может дольше сохранять свою жизнеспособность. Рассада клубники в кассете. Это рассада, которая готова к реализации или к посадке вообще на постоянное место. Это сорт Клари, который находится в кассете 96. Есть варианты получения рассады в 126 кассете и 96. Ну, чем крупнее ячейка, допустим, 96 это самая такая оптимальная, тем более толще вот эта вот шейка, вот эта вот часть, и больше там будет соцветий. Корневая система белая, чистая, это самое главное. Без каких-либо наростов, потому что наросты — это нематода. Здесь она чистая, здоровая, без каких-либо утолщений образований. Такую рассаду можно вырастить в течение месяца,
То есть, если кого заинтересует, внизу под видео будет ссылка. И такую рассаду можно заказать. И ее можно высаживать до середины конца сентября. То есть 15, 20, 25 сентября еще можно высаживать. Это юг Украины. Она здесь выращивается вся в кассетах. Это теплица под сеткой. Есть, поливалась она все время такими спреями. Здесь были обработки против заболеваний, против вредителей. Корень. Ну, корень сильный, крепкий. Живая, здоровая рассада. Сорт Клери. Это популярный сорт, который все знают. Блестит. Блеск есть. Это означает, что она здоровая, крепкая. Вырастить можно, в принципе, наверное, любой объем. Фермер может вырастить. При покупке рассады самое главное обговорить, в какой будет кассете. Вот в такой кассете, в 96-й, то есть параметры кассеты 40 на 60, и на этой площади поместилось 96 ячеек. И вот при таком крепком, при такой крепкой шейке высаживаешь, корневая система активна, она не переросшая, она и не маленькая, то есть она как раз в самый раз. Высаживаешь и до конца тепла, до конца холодов она укореняется, она утолщается. На следующий год такая рассада, на следующий год если под укрытиями, то в апреле, в конце апреля будет давать урожай. Если открытый грунт, то в мае будет давать урожай. Сейчас в сентябре посадка, а на следующий год в открытом грунте, в мае будет урожай такой, с таких вот растений.